Всем привет, друзья! Пока вы доедаете салатики, мы приготовили для вас десятку лучших моментов второго раунда 100 лиги РТД. Поехали! На 10-й строчке парочка из Минска, Андрей Шко и Назар Гулиев. Их двоечка, завершившийся данком Гулиев. На 9-й строчке тоже оказывается Андрей Шко, но в этот раз его обокрал Валерий Чекалихин и полетел колотить с двух рук. На 8-м месте Георгий Бабаченко, КФУ, и его звонкий блокшот в поединке против КубГТУ. 7-ми становятся парни из Российского университета спорта. Козелков затаился за спинами соперников, открылся и взлетел над паркетом своего вуза. 6-й в нашем топе Илья Рожков. Равный счет МГУ отыграли с минус 17 в этом матче, и этот бросок позволил действующему победителю Лиги Белого выйти вперед. На 5-м месте самое курьезное попадание второго тура — Даниил Плотников. Из-за счета 2 плюс 1 и бонусная попытка тоже в цель. На 4-й строчке в нашем топе оказывается Денис Вагитов из Сургу со своей спасительной трешкой на овертайм. Тройку нашего топа открывает Дмитрий Фоменко и его постер на домашнем туре. На 2-м месте Илья Милашевский, ключевой фактор камбэка в Минске в матче против Урфу. 3 3-очковых в самой концовке. Это бросок уже на лидерство. И за 35 секунд до конца тот мяч, который уже не позволил Урфу вернуться в эту встречу. Ну и победитель нашего топа. Плюс 1 у Рус. Кемпель на дуге за 2 секунды отвечает своей трешкой и дарит победу Белгородской области. Это был топ-10 второго раунда студлиги РЖД. Всех с наступившим Новым годом и до встречи в третьем раунде.